Всем привет, дорогие друзья! Недавно я общался со своим знакомым. Он работает на одном из предприятий, мало ездит на автомобиле. И в зимний период времени он говорит, я теперь буду заносить аккумулятор домой и заряжать его в квартире. Непосредственно в квартире, там, где он живет. Приобрел себе зарядное устройство, вот такое, как у меня. Ссылочка на это зарядное устройство будет под этим видео. И говорит, буду подзаряжать периодически аккумулятор, для того, чтобы он не сдох все-таки, потому что он будет на холоде стоять. Запомните, дорогие друзья, заряжать аккумулятор в квартире или в доме, там, где проживаете вы или ваши близкие, а также другие люди, категорически запрещено. Нельзя. У аккумулятора при зарядке обязательно происходит испарение. Испарение дистиллированной воды с кислотой. И вы этими парами будете дышать. Это очень вредные пары. Даже в автомобилях, в которых аккумулятор находится под сиденьем, допустим, такие как Mercedes Vito 638, у меня, кстати, такая рабочая машина, у него трубка специально с аккумулятора выведена на улицу, для того, чтобы человек в салоне не дышал парами, потому что пары дистиллированной воды вместе с кислотой очень вредные для организма человека, для ваших легких. Ни в коем случае нельзя в жилом помещении заряжать аккумулятор, поэтому выбросьте это из головы. Желательно, конечно, аккумулятор заряжать всегда малыми токами и в гараже под присмотром. Если у вас нет возможности заряжать под присмотром, соответственно, тогда отдайте лучше в аккумуляторку, пусть они вам зарядят аккумулятор, и нет необходимости его постоянно дозаряжать. Если у вас рабочий аккумулятор, то в этом необходимости никакой нет. А если вы просто хотите, чтобы аккумулятор был в тепле, занести его в тепло можно, но заряжать его нельзя. Надеюсь, что этот совет для вас оказался полезным. Не забывайте подписаться на канал, поставить палец вверх и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и обязательно посмотрите все мои остальные видео на моем канале. Всем пока!